Церемония награждения лучших выпускников Магадана прошла в муниципальном центре культуры. Золотые медали и памятные подарки 35 ребятам вручил лично глава города. Также градоначальник сказал выпускникам напутственное слово. Учиться можно везде, получить профессию можно и нужно везде, потому что мало по Магадане в силу специфики учебных заведений, которые могут удовлетворить ваши профессиональные потребности. Но профессия ваша, которую получите, любую, она будет востребована в Магадане. Поэтому я говорю то, что говорю всем нашим выпускникам. Учитесь где хотите, но приезжайте работать к нам в Магадан, в развивающийся город.